Форель. Форель – пресноводная рыба семейства лососевых. Существует огромное множество видов форелей – озерная, плоскоголовая, мраморная, радужная, золотая, американская, серебристая и так далее. Обитает в озерах и реках, глубоких ручьях с чистой водой. Рыба очень чувствительна к экологической среде, поэтому в мутных или загрязненных водоемах обычно не выживает. Именно поэтому у форели вкусное, нежное, по-настоящему деликатесное мясо, обычно белого, светло-желтого или светло-розового цвета. Окраска зависит от состава воды, возраста и рациона рыб. Также существует морская форель, обитающая преимущественно у берегов Тихого океана, но встречается и в других морях. Ее успешно выращивают в Норвегии. Речная форель является настоящим деликатесом. Причем та, которая обитает в естественной среде. Рыба, выращиваемая на рыбных фермах, несколько уступает по вкусовым качествам своим диким собратьям и имеет меньшую стоимость на рынке. Ловят форель обычно уже подращенную, когда она достигает веса не менее 2 килограммов. Таких размеров она достигает к 2-летнему возрасту. Иногда к этому сроку некоторые особи набирают 3 и даже 4 килограмма. Состав и полезные свойства. Мясо форели содержит множество полезных веществ для питания человека, витаминов, микроэлементов, жирных кислот, незаменимых аминокислот, высококачественного белка. В зависимости от вида и условий обитания химический состав форели может несколько видоизменяться. Но в среднем энергетическая ценность рыбы составляет 88 копеек кал на 100 граммов. Она богата такими компонентами, как белки, жиры, витамины А, Д и Е, макроэлементы, железо, кальций, цинк, хлор, хром, фосфор, селен, никель, фтор, жирные кислоты омега-3 и омега-6, калорийность 119 килокалорий. Форель богата на жирные кислоты, полезные для сердца и сосудов. Их регулярное употребление в пищу предотвращает образование холестериновых бляшек. Калорийность в 2 раза ниже, чем у семги, поэтому ее рекомендуется употреблять даже при диетическом рационе. Использование в кулинарии. Форель любима кулинарами всего мира. Запах свежевыловленной рыбы слегка напоминает свежие огурцы. А по нежности вкуса она может соперничать с угрем или стерлядью. Форель можно употреблять в самых различных видах. Сушеную, жареную, отварную, соленую, готовить на гриле, делать барбекю или шашлык, мариновать в специях и уксусе. На Кавказе традиционно подают с гранатовым соусом. А в Японии используют для приготовления суши, роллов, сашими, других блюд восточной кухни. Копченая форель прекрасно сочетается с пивом и сухими винами, а соленая – с крепкими напитками.